Все? Да, поехал. Так, делаем сбитые спички. Берем джиггер. Здесь. Добавляем туда. Здесь. 0,5. Да, добавляем туда 80 миллилитров. 80? Не 40? Я... Ну, давайте 60. Короче, 60 миллилитров сиропа. Далее. Заливаем 30% сливки. Ну да, не меньше 33. По риску. Вот здесь вот риску. Далее берем газовый баллон. А, обязательно, да, чтобы прокладочка была, не потеряйте ее. Затягиваем. Плотно затянули. Берем газовый баллон, одну штуку, и закручиваем. И после этого мы встряхиваем, пока не будет слышно, что там плещется. Ну, то есть до однородной такой массы. Ну, то пока... есть плеск должен пройти. Да, все верно. То есть должна быть такая твердая масса. Ну, почувствуйте по мере, что вы трясете, она должна взбиться, скажем так. Все. Будем показывать результат? Да. Можно. Керамическую чашку, да, наверное. Да. Ну вот у меня. Ну все.